Бывший муж похитил женщину, она не выходит на связь с родными. В полицию Илиевского района Алматинской области обратились ее родственники. Как выяснилось, и сама жертва, и ее близкие неоднократно подавали на сожителя заявление в полицию. Тот бросался на нее с ножом, с вилкой, бил и истязал. У нее четверо детей. Однако 10 июля, несмотря на защитное предписание, которое было выписано на 6 месяцев, мужчина подкараулил ее по дороге на работу и увез силой. Как выяснилось со слов родного брата женщины, это не первая его попытка похищения. 7 июля он ее выкрал ночью. По дороге сестренка выпрыгнула из машины, кричала и звала на помощь. Проезжавшие мимо водители помогли ей. Задержали ее сожителя и, вызвав полицейских, передали его им. Сестренка написала заявление в полицию Алатауского района Алматы. Тогда полиция лишь задержала мужчину на пару часов, и в итоге, спустя несколько дней, он все же осуществил задуманное. Похищенная успела отправить свое местоположение старшей дочери. Если данные верны, то похитители и его жертва сейчас находятся в Шымкенте. В департаменте полиции Алматинской области сказали, что проводят проверку.